Всех приветствую, с вами я, Геймплей, и мы наконец-таки продолжаем играть во Sneak Thief. Вот это поворот! Мы остановились на ферме. В прошлой серии мы прошли туториал и дом. И не буду скрывать, я без записи уже прошел эту ферму. Ну, чтобы не тупить на записи. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. Здесь все довольно-таки непросто. Технология прохождения похожа на то, как вы проходили еще в бета-версии. Нет. Нужно проникнуть в дом, убить там парочку челиков и забрать вот оттуда добычу, так сказать. Еще здесь почему-то в дверь он не может пройти нормально. Я путаюсь в кнопках. Ой, дебил! Наконец-то! Ура! Победа! Ура! Победа! У меня 10 хп осталось. Так, ну получается... Все, остается только собирать все. Но главное, что мы должны сделать, чтобы собрать нужную сумму, это... Вот сюда мы должны пойти. И вот он, рычаг нашел. Эта миссия особо не отличилась от бета-версии этой игры. Так, да, вот эти вот невидимые турели. Тоже непонятно почему. Так, значит, все забираем. Раз, 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 раз. Я не помню, сколько там нужно было, по-моему, 50 или 80 тысяч. Но я знаю, что вот здесь вот есть еще. Ну все, сойдет. И так сойдет. Так, я вот не знаю, багают ли эти кусты нас. Нет, вроде... А, я могу через них ходить. А то в бета-версии тут была какая-то кукуруза, в которую, если прыгнешь, ты бы не выбрался. Ну все, завершаем уровень. И у нас получается... Опять игра лагает. И я собрал там за какое-то время. Опять-таки не было видно. Это была разминочка. А вот дальше у нас банк. И вот я уже здесь. И очень все как-то лагает. Мне это не нравится. Мне это вообще не нравится. Так, у нас тут, значит, охранник. Почему-то на банке сенса у мышки самая большая. Что мне это вообще не нравится. Ладно, вот у нас охранник. Не, слушайте, я с такой сенсой играть не собираюсь. Вот так-то лучше. Так, давайте сразу пробуем зайти. В банке нас же убивать не будут. Вот тут стоят какие-то люди. А, понял. Забрал картину за 100 баксов, сразу стреляют. Хорошо, я вас понял. Да не, это тупик. Помогите. Тут неуравновешенные полицейские. Есть двери. Надо мне еще привыкать. В бета-версии на Е было открывать двери и всячески взаимодействовать. А сейчас на F. А на QE это наклоняться. Так, я могу позабирать все. О, еще один тут. Пожалуйста, вентиляция, а не окно. Какой-то внутренний двор вообще. И... Это что такое? О, это туалетики. В которых... В зеркале которых я не отражаюсь. Ладно. Раковина опять. Ну, в общем, в туалетах ничего нет. Это странно. О, еще какой-то кабинет. О! О май гад!
Бентенхенсшанлентон. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ага. Банктин. В общем, что-то из этого пароль. А, да, еще тут есть C4. И еще тут есть дикие лаги с дробовиком. Но я предлагаю использовать дробовик. Он не умер с выстрела с дробовика в голову. Фига, профессионал просто. Еще не, даже урон не получил. В бетке полицейские были пожестче. Мой компьютер. Где? В крысу стрелять нехорошо. Да я, блин, мега... Про просто. Понятно все. Так, надо теперь сейф найти желательно. A few moments later. Нилищ... А, так вот. А, здесь одно слово нужно. Ба... Ага, К последнее. Где тут пароль, я не совсем помню. Рядом хоть эти комнаты-то. А, во, нет, стоп, я тут уже был. А где комната с паролем? А, вот это. Что-то на букву К. Сик. Рик. Ник. А, Тэнк. Тэнк там, Сик, что-то такое. Нет. Сик. Так, можно мне бы прикрыть, наверное, дверь? Но я тут золото понасобираю, да? Я не помню, сколько там денег, опять-таки, надо. Я заберу все. Деньги, деньги. Деньги, деньги, деньги. Деньги, деньги, деньги. Деньги, деньги, деньги. Деньги. Так, ну все, вроде все забрал. 2 миллиона 200 тысяч. Так, теперь бы надо как-нибудь аккуратненько отсюда уйти. Подальше от сейфа, это не я взломал вообще. Это все вранье. О, о, выход. Все, охранники, вы лохи, я по стелсу даже смог пройти без всяких ваших C4 и оружий всяких. Понятно вам? Блин, все как-то на парковке стоят. Тут даже место было. Я припарковался так... Вообще не вызывая подозрений. Ну, я профессиональный вор. Всем пока. 3 минуты 54 секунды мне на это понадобилось. На этом все. С вами был я, геймплей. Смотрите мои другие видео. Всем удачи. Всем пока.